это довольно ожидаемый шаг. И смотря на то, что какие у нас отношения сейчас с Россией, то это абсолютно, наверное, оправданно с их стороны, такого рода провокация, можно сказать. Вот. И насколько я знаю, она отказалась транслировать Евровидение у себя тоже на первом национальном российском. Вот. Ну, в принципе, я не думаю, что им это делает какой-то плюс. Я считаю, Россия специально инвалида на Евровидение послала, и предвидя то, что она была в Крыму, что на нее наложены санкции, они специально ее сюда отобрали и сделали скандал, но он сработал не в пользу России, а вопреки. Все европейское сообщество с пониманием отнеслось, и я думаю, Евровидение пройдет на ура. Все будут и без России счастливы.